И толкать приехал, я в аренде, говорит. Ничего не знаю, никого не видел. Ответ, к которому экологам не привыкать. Это стихийная снежная свалка между поселками Нагорный и Царицыно. Нарушители не стеснялись. Заняли аж 2 гектара земли. Водитель грейдера при виде нас накинул капюшон и отказался говорить. То есть работаете, да? Да-да. Мужчина с рядом стоящей легковушки к диалогу тоже был, похоже, не рад. Ну, за трактором следил. А сколько КамАЗов тут сюда приезжает? Честно говоря, не знаю. За день. В это время к свалке начали съезжаться груженные КамАЗы. Увидев инспекторов и камеру, машины развернулись. А этих водителей инспекторы застали во время разгрузки. Это уже Московский район. Охраняемая территория, собака. Скрываться здесь никто и не пытается. Правда, организаторов свалок на месте не оказалось. Экологи уже начали их поиск через Росреестр, чтобы выяснить, чья земля и для чего она предназначена. И можно ли здесь хранить снег. В рамках одного расследования будем устанавливать, сколько снега завезли. Грозит административный штраф на юридических лиц от 250 до 500 тысяч рублей. С начала зимы по городу Казани выявлено порядка 7 мест незаконного складирования снега. Кстати, об этих свалках, на которые сегодня нагрянули экологи, сообщили сами казанцы. Такие обращения инспекторы принимают по специальному номеру. Слават Ахмадуллин, Алмазия Динов, ТНВ, Казань.